Будем посмотреть. Нет, за что? О, мне впервые нравится, как выглядит эта пара. Вообще никакого отношения к адыгам не имею. Все. Тамби. Нравится ли вам то, что я делаю? Не нравится ли вам то, что я делаю? Скорее всего, второе, естественно. Какой красивый. Ну, напоминает выступление Манижа. Не понимаю эмоциональных людей. Ничего сверхъестественного там не снято. Ничего там сверхъестественного не спето. Лучше подобное не публиковать. Извиняюсь заранее. Это слушабельно. Слухабельно. Слушабельно. Слухаевно. Асимир, прости. Где ты, мой хороший? Дичь какую-то несу. Всем ассаламу алейкум. Доброго вечера. Пока. Это просто... Саламу алейкум, добрый вечер. Меня зовут Хасан Казакбиев. Это наш второй выпуск реакций. Второй для вас, и, наверное, уже десятый для меня, потому что я пытался снять реакции. Точнее, я снимал реакции на другие клипы и даже танцы. Но с закрытой группе людей, которые я показывал, это не понравилось. Они сказали, что лучше подобное не публиковать. И поэтому я решил снять уже очередную реакцию без их одобрения. Но, к сожалению или к счастью, этот клип будет также на песню Астемира Апанасова. Астемир, прости. Прошлый клип не набрал практически никакой реакции, там где-то 200 или 300 просмотров, но, в принципе, его Астемира Апанасова он особо ничего не набрал. Вот, возникла идея делать не конкретные реакции на проекты артистов, а сделать какой-то дайджест, ну, то есть подборку песен, которые мне понравились, либо не понравились, и можно было бы так как бы популяризировать их, потому что все-таки было бы неплохо, чтобы среди кавказской молодежи кавказская музыка преобладала. Вот, в плейлистах. Что хочу сказать еще. Есть предложение сделать розыгрыши, так как скоро Новый год. Я бы хотел сделать небольшие презенты самым интересным комментаторам, но я не знаю, что дарить, потому что мне главное, чтобы это было вам приятно, поэтому напишите в комментариях, что бы вы хотели получить, чтобы вам было приятно получить от меня, как от автора, пожалуйста, не блокируйся. Вот так вот. От меня, как от автора проекта. Вот, а вы также предлагайте еще и какие клипы вам интересно было бы, чтобы я обозревал. В любом случае, будем посмотреть. Вот, сегодня у нас очередной проект Астемира Апанасова, где адыгские звезды исполняют песню «У адыгов обычай такой». Песня широко известна не только среди адыгов. Я безумно ее люблю, что достаточно странно, учитывая, что вообще никакого отношения к адыгам не имею. Кстати, о песне я узнал не от Астемира, то есть еще когда исполнял кто-то другой. Но тогда она мне не понравилась, когда, ну, как бы, когда ее представил Астемир, ну, в своей стилистике, это было, конечно же, намного интереснее. Звучнее для нечеркесского уха, скажем так. Вот, в проекте, как пишет Астемир у себя на канале, участвуют известные черкесы из России и других стран. Из тех, кто там указан, я могу... Ну, я... Мне известен. Тамби Масаев. Все. Ну, слушайте, я, оказывается, не знаю черкесов. А, Черим Нахушев. Или Нахушев. Я не знаю, как правильно. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Извиняюсь заранее. Некрасиво получилось. А вот Аслан Тлебзу. Аслан Тлебзу – это прекраснейший музыкант и композитор. Послушайте его композиции. Вот, итак, давайте перейдем сразу к клипу. Итак, Астемир Апанасов и адыгские звезды. У адыгов обычай такой. Я буду смотреть его в наушниках, чтобы лучше прослушать. А вы, если у вас будет желание, можете посмотреть вот здесь по подсказке. Полную версию на полном звуке, на полном экране на канале Астемира Апанасова. Это будет честно. Ну. Все, я уже... Седовласый адык сразу же начинает. О, я его помню. Но не знаю, кто это. Уважаемого возраста седой, у адыгов обычай такой.
Все, у меня звук на максимуме, я не знаю. Тамби! Очень непривычно видеть Тамби в серьезном образе. О, у этого артиста прям роскошная дикция. Завидую. Классный голос. Угощай. О, мне впервые нравится, как выглядит эта пара. У них обычно какие-то ванильные песни. Супер. У него тоже классная дикция. Вау, у меня мурашки. Аслан, твоя музыка нечто. Очень высоко. Тоже классный певец. У него две песни есть, которые мне нравятся, они у меня в плейлисте. Ой, оперный голос. Какой красивый. Вау. Супер. Ну, напоминает выступление Манижа. Бисараш. Дадыган дыхацарараш. Я тупо на звук произнес. Не знаю, что это означает. Супер! Это просто супер! Я в восторге. Это... Тихо. Ну, меня часто обвиняют в том, что я... В своих реакциях мало проявляю эмоции. Действительно, у меня как бы темперамент характера такой, что я не люблю проявлять эмоции. Ну, для меня это достаточно странно, не понимаю эмоциональных людей. Даже если проявляю эмоции, только хорошие. И вот как раз-таки тот момент, когда я еле сдерживался, то есть это у меня, я не знаю, честно, Астемир, все, кто принимал в этом проекте участие, команда, вы сделали просто суперский проект, суперский. Ничего сверхъестественного там не снято, ничего там сверхъестественного не спето, но вот эта вся несверхъестественность настолько приятно, тепло и душевно представлена, что ты смотришь и плывешь. То есть с первых же нот у меня отключилось все. И меня, как ни черкеса, эта песня просто вдохновила. Единственное, что меня смутило, подбор голосов. То есть там, где по парам поют, иногда было тяжело слышать. Я не знаю, как это будет звучать без наушников, отдельно потом прослушаю. Но в наушниках это было тяжело слушать. Возможно, битсы как бы не ориентированы под подобный вокал. Битсы не очень наушники, говорю сразу. Но тем не менее... Это слушабельно, слухабельно, слушабельно, слухаевно. Можно слушать. На этом, думаю, все.
Ставьте свои оценки, лайки, дизлайки. Дизлайки, конечно, скорее всего, показываться вам уже не будут, но тем не менее, мне будет важно ваше мнение. Нравится ли вам то, что я делаю, не нравится ли вам то, что я делаю, скорее всего, второе, естественно. Или первое. Ну, на ваше усмотрение. Обязательно оставляйте в комментариях свое мнение на клип, на мой проект. Предлагайте то, что бы вы хотели, чтобы я отреагировал, отснял. А с вами был Хасан Казакбиев. Не забывайте о презентах, которые я, скорее всего, в ближайшее время внедрю. И побольше внедрять свои плейлисты кавказских исполнителей. Всем ассаламу алейкум, доброго вечера.